Уважаемые друзья, разрешите поздравить вас от имени Севастопольского государственного симфонического оркестра с 30-летием, пожелать вам больших успехов в вашем труде, информационном вещании и эстетическом воспитании севастопольцев и гостей нашего города. Низкий поклон тем, кто в 1991 году вместе с Борисом Эскиным создавал это телевидение. Это были мечтатели, это были романтики. Примите в знак уважения нашего творческого сотрудничества музыкальный подарок, музыкальную композицию на классические популярные темы, написанную композитором Льюисом Кларком. Да.